Рад тебя видеть, мам. Сколько прошло? Года 3 уже. А я ведь приезжала к тебе. А мне сказали, что ты в одиночке. Твой брат не хотел, чтобы я к тебе ехала. Слишком сильный стресс, и он прав. Тебе не все известно о моем брате, мам. Сначала я должна с души снять тяжесть. Трудно говорить об этом. Ну да ладно. У меня нашли рак. Несколько месяцев назад. Я просто не хотела никого волновать. Я начну курс химиотерапии. Боюсь, я не смогу часто тебя навещать. Мне жаль, мама. Не нужно ни о чем жалеть. Твой брат обо мне заботится. Каждый день. Не знаю, что бы я делала без него. Так, время вышло. Давай, пошел. Пошел. Я и не знал, что такое поджелудочное, пока маму не поразил рак.